Телеканал «Дважды два» представляет многосерийный мультипликационный фильм «Конан». Конан – воин, не знающий страха. Нет человека сильнее, чем он. Конан всегда побеждает смерть. Он отправляется в путь. Зло не дремлет. Его подстерегают люди-змеи, но Конан побеждает их и отправляет в бездну. Твой волшебный меч не знает поражений, а маленький феникс всегда поможет тебе в трудную минуту. Воин, не знающий страха, варвар Конан. В прошлой серии Ред Амон придумал заклинание, с помощью которого он открыл подземелье и возвратил на землю Сета. Ретамон скоро вернет это на землю. Из мира? Знаешь, что сделает с нами Ретамон, когда за ним будет стоять Сет? У тебя есть план? Есть! Сет и его армия двинулись на север, уничтожая все на своем пути. Друзья Конана встали на защиту стен Таранци. Земля в плену у людей-змей. Часть вторая. Автор сценария Жан Челлиган. Клянусь громом, это мой внук. Дедушка! Как я рад тебя видеть. Что вы здесь делаете? Мы идем в Таранци, чтобы сразиться с этим и его грустным полчищем. Пойдем с нами, Конан. Это будет славная битва. Сначала я должен кое-что узнать, а потом я вернусь и буду сражаться с Сетом. Я поеду с тобой. Нам о многом нужно поговорить. Будет чем заняться по пути. Рад сообщить вам, что все защитники в сборе. Спасибо, генерал. Джасмин, дочка, мама. Надеюсь, Конан скоро вернет. К орудию! Сет уже здесь! Здесь пахнет могилой. Это и есть могила. Огонь! Что мы ищем? Духа. Эпиметриус! Мальчик, должно быть, сошел с ума, бродит вокруг могилы, ищет. Клянусь бородой Крома, это же дух. Добро пожаловать, Конан, я ждал тебя. Не забудь про идла. Не беспокойся, не забуду, Ниду. Пока они не появились снова. Такой, шекай. Ах,
Ты пришел в самый мрачный для мира час. Значит, ты знаешь про Сета? Я почувствовал дух зла в первый же день его возвращения. Только что началась битва за Таранджу. Клянусь кромом, я должен быть там. Пошли! Подожди, ты хочешь уйти, так и не узнав, как победить Сета? Это воздушный корабль из Ксантуса. Колдуны мои друзья, они прилетели помочь нам. Мы поможем тебе! Пишем на помощь Грейвульфу. Ему без нас не справиться с Сетом. Заклинаем! До тех пор, пока ущелье открыто, у Сета неиссякаемые резервы энергии. Вы должны закрыть ущелье. Нужно уничтожить главный волшебный диск на вершине пирамиды в Кеме. Это значит, сначала нужно победить Ратамона. Но это невозможно до тех пор, пока у него черное кольцо. Даже если ты сделаешь все это, необходимо еще выиграть сражение с Сетом и заточить его обратно в подземелье, на этот раз навсегда. Теперь иди. Твоя судьба ждет тебя, Конан из Семерии. Пойдем, Нигл. Нет, нет, нет. Нигл очень боится Сета. Нигл останется здесь. Оставайся. Спрячься и дрожи от страха вместо того, чтобы помочь мне. Нигл, пришло время встретиться со страхом лицом к лицу. Только тогда станешь настоящим Фениксом. Нигл станет Фениксом? Да, если у тебя хватит мужества, ну, теперь ты сможешь покинуть Конана. Подожди, глупый варвар, Нигл идет с тобой. Тише, Гром! Гром, Сет разрушил Шушану. Что хоть кто-то смог уцелеть здесь. Друзья, вы живы? Брат, Сет будет здесь раньше, чем ты ожидал. Ну и славная была битва. Мы отправили Сета и его гадов обратно в их скользкие норы. Проклятие, мы упустили их. Мы дорого заплатили за это. Все наши легионы разбиты. Если бы не колдуны Сантуса, город пришлось бы сдать. Второй атаки нам не выдержать. Единственный выход — напасть на пировину в Кеме и перекрыть ущелье. Вам понадобится моя помощь. Дариус, мы думали, что потеряли тебя. Дариуса действительно уже нет. Это просто... иллюзия. Эзмира, посмотри на свои интриги, колдунья. Не будем терять время, я пришла помочь вам. Почему ты, служанка Сета, хочешь помочь нам расправиться с ним? Потому что королева Сиджи и я не служанка Ратамона. Если Сет захватит землю, моя судьба окажется в его руках. Конан, только я могу помочь вам попасть внутрь Великой Пирамиды Схеми.
ведьмой. Сиджи предаст нас при первой же возможности. Это западня. А может и нет. Она никогда не станет королевой, если Сет победит. А я утверждаю, что Сиджи есть Сиджи. Здесь все предатели. Лучше самим сразиться с Ретамоном. Повсюду люди-змеи. Чудовища. Так что выбор у нас невелик. Говори, Мезмира. Послушаем, что ты придумала. Мезмир, к тебе обращается Рамамон. Почему ты молчишь? Где Дракс? Где он? Проклятие. Опять колдуны из Сантуса вмешиваются в мои дела. Таранцы все равно скоро падет. И весь мир будет у ног Сета. Они узнают, что такое настоящее зло. Ваше могущество, здесь королева Мизмира, она принесла дань. Мизмира? Я позабочусь о статуях. Ну вот, Мизмира. И ты у моих ног, как приятно. Ты что, онемела? Говори. Говори же. Ну! Что это? Стража! Стража! Никто тебе не поможет! Что? Стража? Где стража? Они не ответят тебе. За ними присматривают колдуны из Ксантуса. Взять его. Держись, варвар. Посмотрим, куда теперь повернется мое кольцо. Я уничтожу твоих бесценных родителей и заодно эту старую колодку. Не слушай его, Конан. Я буду защищать их до конца. Ретамон! Наконец-то, Конана, больше нет! Проснись, вставай! Мы в ужасном месте, тут все шипят! Этого не может быть! Теперь моя очередь. Октайку Ванефту. Рамамон, ты прикинулся червяком и обманул меня. Обманул? Проклятие. Ты свободен, свободен. Ты надеялся обмануть меня дважды, шакал? Магистр, я так рад снова видеть вас. Это не Рамамон. С варварами покончено, остался ты один. Закончим наш разговор, чудовище. Если ты настаиваешь.
Тебе конец, варвар. Конец. Конец пришел к тебе, червяк. Нидл должен помочь друзьям. Что нужно сделать? Нидл, постарайся достать черное кольцо. Нидл никогда больше не будет слушать Деметриуса. Нидл не хочет быть героем. Ну, держись за меня. Главное кольцо! Нидл должен быть героем! Нет! Отдай кольцо, мерзкая птица! Помогите! Позади змея! Нидл боится! Помогите! Сила снова вернулась к амулету. Сейчас я уничтожу тебя, гадина! Ну, держись, проклятая змея! Слабее моего внука. Нидл герой, Нидл храбрый, Нидл умный. Да, маленький феникс, это все правда. Ты молодец. Теперь все закончилось. Да, но осталось только одно. Расколдовать моих бедных родителей. Заклинаю вас! Конан, черное кольцо перекрыло волшебный диск. Деметриус предупреждал, что я должен уничтожить черное кольцо, чтобы освободить моих родителей. Но как? Положите вокруг него звездное оружие. Посмотрим, что из этого выйдет. Улмен Иктус! Так, попробуем еще раз. Клаутармасатон! Сынок, ты освободил нас. Дети мои, сегодня ваш сын показал себя храбрейшим из воинов.
Если это так, то только благодаря моим друзьям. Настоящим друзьям. Смелым и честным. В следующей серии вы узнаете о том, как Конан сражался с Сетом. Узнаете о новых поступках Рэмамона. Вас ждут невероятные приключения Конана и его друзей. Борьба с Сетом продолжается.